Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Сибир Ролиплей. Итак, чуваки, я хочу продать эту машину. Все, я продал. Слил ее в гос. Потому что, блин, мне нужны бабки на машину для Фомы. В принципе, поэтому сейчас будем покупать тачки. Я снимаю сразу по 4 серии, потому что, блин, я очень хочу купить тачки эти. Но сейчас будем что-то покупать более-менее дорогое, потом будем дорогое покупать. Сейчас дешевые тачки, потом дорогие. Так, что можно такое купить? Вот такая бэха есть. Во, фургон можно такой купить, Вито. Или такой фургон можно купить. Черный. Его покрасить, в принципе. Так, чуваки, я купил вот тачки, в принципе. Вот такие вот. Я в основном брал четырехдверные. Вот у нас вот такой бобик. Ну, Мерседес, в принципе. Четырехместный такой. Пятнашечка, Мерседес, БМВ и Шевроле. Какой-то Шевроле, короче, Тахо. Или что-то типа такого. Теперь нам нужно их припарковать. Я думаю, перекрасим. Не знаю, когда. Возможно, я вне серии прикрашу. Потому что почему-то они все красные. Я админа спросил, можно машины красить. Но, пацаны, вы понимаете, вести 7 машин или сколько их там. Это будет долго. Я лучше вне серии это сделаю. Хотя сейчас нужно, самое главное, припарковать их. Возле дома моего. Я попытаюсь задонить, в принципе, и изменить, сделать место спавна, чтобы было у меня дома. Чтобы вы брали тачки, в принципе, и спавнились дома, чтобы вы не доезжали туда со спавна аж. И куплю сейф, в принципе, туда закину бабок. У меня 2 ляма осталось всего лишь. Я слил гос елик 6x6, потому что деньги нужны. В принципе, мне для вас ничего не жалко. Я себе вон ламбу оставил, и все, в принципе. А вот эти тачки будут именно ваши. Не, ну, я, наверное, тоже буду иногда ездить на них, в принципе. Но, а так, это в основном будут ваши машины. Поэтому, думаю, вы это оцените. Так что, заходите обязательно на сервер, там, пишите, возможно, мне в ВК, чтобы я вас принял. Я еще не поставил своего заместителя Леонида, просто у него не в сети, я не могу ему написать. Ну, как я это сделаю, я вам сообщу, в принципе, в серии. Ну, думаю, будет круто, пацаны. Тачек я купил много, как бы. Ну да, и советские, и на марке купил. Я бы еще купил, но там уже места нету. Как-то вот так вот это все выглядит. Я вот Xbox здесь ставлю, в принципе. Вот Priora стоит и BMW уже. Так, вот я доехал, короче. Глушим машину здесь, паркуем. Потом ее припаркуем, в принципе, куда надо. Так, я возьму Мерс. Красные все наши. Так, давайте заводимся и поехали. Там осталось, по-моему, сколько еще? 2 тачки. Это... Что там? Джип остался, по-моему, и... Мерседес. Бобик такой. Ну, в принципе, еще одну ходочку сделать и все. Но потом, я не знаю, наверное, вне серии покрашу просто машины в цвет 222 либо 164. Потом, наверное, решаю где-то 400 рублей. Куплю, чтобы вы спавнились у меня дома. Сможете эти тачки брать, в принципе. Легко, каждый. И куплю сейф. В сейф буду ложить бабки для зарплаты, чтобы вам выдавать, в принципе. У меня 2 ляма осталось, блин. Но пока что на время хватит, думаю. Посмотрим, сколько у вас будет желающих вступить ко мне в Фому. Ну, а с развитием я вам буду 50 тысяч давать, кто будет новичок, в принципе. Поэтому... Сервер очень классный. Вот даже чувак какой, вон, тоже едет там на пятнашке. Тоже говорит, типа, сервер классный. Мне тоже нравится. Система здесь семьи очень крутая. Фомы семьи, говорите, как хотите, в принципе, очень крутая. Поэтому, блин, ну грех здесь Фому было не сделать. Я, честно, не знал, что здесь такой функционал у семьи, но все же это круто. Так, Мерседес паркуем возле BMW. Так, вот так вот его припаркуем и пишем Фэпарк. Ну, я думаю, на первое время тачки придут, в принципе. Потом, может, купим что-то получше. Потом, может, куплю одни иномарки, что были. В принципе, сюда паркую сюда ее, в принципе. Так, давай рульчик, я ее припаркую по бурику. Так, вот так вот и паркнем. Но места, конечно, для всех тачек не хватит, но сейчас как-то уместим их, в принципе. Так,
Кафе Парк. Все. Так. Четыре тачки есть, в принципе. Давайте пропишем. Family. FX Car. Так, вот я заспавнил приору еще. Видите, они как-то хреново спамятся, в принципе. Ну ладно, это мы потом разберемся. Можно вообще будет сделать так, типа там машины, типа там у вас только для обычных членов семьи, а иномарки для заместителей. Но я думаю, не буду этого делать, в принципе. Потом просто вместо тазов купим иномарки. И я буду покупать, наверное, только четырехместные машины, потому что я думаю, наверное, нас будет много, точнее, надеюсь, что нас будет много, в принципе, в ФОМе. Я уже всем этим занимаюсь примерно 3 часа, мне это очень нравится, в принципе. Наконец-то нормальная система семьи. Вот реально не хватало такого. Это реально очень круто. Я думаю, вам тоже понравится, в принципе. Будем вместе серии снимать, в РК будем сидеть, в принципе, серийки записывать какие-то. Я думаю, это будет довольно-таки круто. Сейчас заберем последние две машины, припаркуем. И надо будет мне банк заехать, чтобы дом не светел, потому что я 3 дня, по-моему, не оплачивал. Надо зайти посмотреть обязательно. Пока что у меня 2 ляма есть, в принципе. Ну, что-то я придумаю, короче, с деньгами. Деньги будут, пацаны. Главное, чтобы у вас было желание, в принципе. Если у нас будет много, пацаны, деньги для нас будут не проблема. Будем крышевать, ебать, и так далее. Так, вон две машинки стоят. Так, пусть он берет джип, короче, а я возьму юзик вот этот, бобик. В принципе. Так, я возьму эту машину. Все, поехали. Спасибо, кстати, подписчику большое, если он это смотрит, прям помогаешь. Наверное, потом после серии поедем покрасим их. Интересно, есть? Наверное, нету СТО, да, такого замаси. Ну, придется по одной возить, в принципе, если у вас было побольше, просто вы даже еще не знаете, что я ФОМу сделал на момент съемки этого видео второго, в принципе, то было видео, как я семью сделал, ФОМу, а это уже как мы машинами занимаемся. Ну, я думаю, автопарк, в принципе, нормальный. Все ссылки там будут еще в описании, поэтому я думаю, все у нас будет хорошо. Надеюсь, у нас будет много, хотя бы человек 20, и это будет круто. Один заместитель есть, нужен еще второй, но я потом уже посмотрю, как вы будете там, кто будет много онлайн и там помогать и так далее, того я, наверное, на второго зама поставлю, он тоже будет принимать людей. Нужно будет еще дом, наверное, купить, в принципе, получше, потому что какой-то галимый, какой-то большой дом купить. Хотя мы, в принципе, будем в ПГТ жить, как бы, ну, неприметно, в принципе. Не знаю, какие здесь другие ФОМы есть, но я видел здесь другие ФОМы, я был тоже в другой ФОМе, но потом я просто-таки попросил, чтобы меня выгнали. Там один, типа, писал «да», типа, а второй пишет, типа, 100 тысяч. Типа, за это ему дать, чтобы смог выгонять. Я такого, честно, делать не буду. Захотите вы уйти, я вас с радостью, ну, не с радостью, а выполню ваши требования, в принципе. Никого я силой держать не буду. Стримы еще планирую делать, в принципе, потому что... Вот хотите, здесь мне ФОМа очень нравится, система сама. Вы, я думаю, согласитесь, я такой системы нигде не видел. Это очень круто выглядит. Что можно тачки покупать, не как на мазинке, просто там зам отдал, там принял и все. Здесь можно цвет, машины, место спавна и так далее. Это довольно-таки круто. Так, ну что, вот так как-то все выглядит, в принципе. 6 машин у нас всего будет. Топ. Тогда. В принципе, у нас 2 таза и основные иномарки. Потом, наверное, вместо тазов купим иномарки. Иномарки. Кстати, надо было бы выкупить этот бизнес. В принципе, но, блин, у меня последние бабки, я не хочу этого делать. В принципе, ладно, на этом у меня все, пацаны. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кто не подписан, заходите на сервер Райти и ждите новых серий. Всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror, I said, man, I'm alright.